религия. Религия вообще обозначает с латинского «связь». То есть это то, что должно нас связывать с душой, с Богом, и чтобы мы действительно это почувствовали. Сейчас те конфессии, которые существуют, навряд ли исполняют эту функцию. Больше это стало бизнесом, и бизнесом, который направлен против нас и против наших детей. Вы знали, что в католической церкви существует фонд откупа? Откупа от жертв. Представляете? Понасиловал детей, поизвращался и потом откупился. Не верите? Послушайте сами. Вы очень удивитесь, когда узнаете, что в католической церкви официально существует фонд откупа для священнослужителей за вред, причиненный сексуальным насилием. Епархия по всему миру ежегодно выплачивает огромные суммы жертвам злоупотреблений со стороны духовенства. США – 3 миллиарда долларов. Бельгия – 3,9 миллиона евро. Австралия – 213 миллионов долларов. Франция – 22,6 миллиона евро. И такая ситуация происходит во всех христианских конфессиях. Представьте цинизм всей ситуации, мы несем свои же деньги в церковь, чтобы эти бездушные твари откупались от зверств, которые они совершают с нашими детьми. Разве есть цена, которой можно компенсировать загубленную жизнь ребенка?